Я тебя жду, давай. Готов? Go! No, you'll jump on your feet. Boom! Молодец. How about one more time? One more time? Ну, давай. Беги. Двумя руками помогай себе. Готов? You serious? The third time? Yeah. That's crazy. About the fourth time. Давай, последний раз. Пойдем домой. No, about two more. No, one more. Доброе утро! Ну что, друзья, с Днем Святого Валентина вас! И меня тоже поздравили уже этим утром. И муж, и вот, пожалуйста, пилатес. Я сегодня взяла два класса по пилатесу, сегодня понедельник. Нету никакой у меня сегодня работы, хотя, нет, даже обманываю, есть у меня сегодня работа. Я сейчас еду в агентство. И я сегодня должна отснять одежду для кастинга из Лос-Анджелеса. Это тоже как бы моя работа, так что это не то, чтобы нету работы, но нету показов. Вот, так что я сейчас еду в агентство, быстро отсниму все эти дела. И после этого встречаюсь с Надюшкой. Мы, наверное, сегодня пойдем с ней в баню. Так что вы с нами, друзья. Банька. И движуха. Смотрите. Кстати, Розе, наверное, сейчас прикольно замороженная роза. Кстати, супер сильно похолодало в Нью-Йорке, блин, минус 6. Позавчера было плюс 15. Как я и говорила, подожди полчаса, и погода в Нью-Йорке поменяется. Йо, Форт Моделс. Юлька, Юлька-пулька. Сейчас напишем агенту, скажем, что я здесь. Какой мой лок. На улице все-таки реально холодно. Ну что, друзья, мы опять выпили. Эль Писе называется. Это у нас ресторан с огромным количеством рыбной еды. Muchos pretty good. Я люблю рыбу. Так что мы сейчас будем кушать здесь. Ням-ням-ням. Приятного нам аппетита. Ну что, друзья, познакомьтесь с моей женщиной. Ну, в смысле, тебя и так все знают. Надюха получила от меня розу. Cheers. Я буду твоим Валентином сегодня. Валентина, тебя люблю. Ей! Вау, посмотрите на это блюдо. Ну как, попробуй. Давай попробуем.
muscles, как по-русски muscles, я даже не знаю. Хотя что это называется? Короче, вагина. Вкусно, кстати. Масло с шрим. Пеши. Это рыба, по-моему. А, да? Юлия. Ну что, друзья, муж отправил мне подарок. Ancient baths. Ancient baths. Окей, let's see. А, короче, типа, чтобы я пошла в этот, блин, баню, блин. Это та баня, которая тебе нравится? Это классная баня, да. Fresh fruit juice. Wow. Special massage oil. О, да, потрясающе. Are you ready? I'm ready. Так а что, я одна иду, что ли? Ну, конечно. А где это вообще? Это в Нью-Йорке или это... А, это Нью-Йорк. Да, это тебе пойти расслабиться. Это пафосная баня, блин. Мы с Рикой хорошо, что мы с тобой в баню не пошли. Да, видишь, как чувствовали. Окей, 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 окей. Так, your experience is... Are you ready? You are about to embark a unique journey. Massage includes... So, у меня ancient baths и 75 минут массажа. Боже, какой кайф, кайф. Берем. Конечно. Спасибо, муж. Я тоже тебе дала пуску, типа это я. Извините. Выключай. Добрый вечер. В гостях мистер Кевин. Happy Valentine's Day. Мой Валентин. Мой Валентин номер два. Кевин, how are you? I'm good. How are you? Tell us, how you been? We're good. We're good. It's Did you learn some Russian? But at least you learned some Russian cold. Still some sukkahs. Okay. У нас, друзья, сегодня тайская еда. When did I last time see you? A year ago? No. Where? Palm Springs? No, that was like a while ago. Yeah, Palm Springs. No. We saw each other in New York here. Ah, yeah, yeah, for Fashion Week. For Fashion Week. Окей, бай. И снова здрасте. Я вышла с пилатеса. Взяла наконец-то Flow 2. И супер круто потренила. Вообще нереально. Чувствую себя на 100 миллионов долларов. Иду на ланч с моей Надюшкой. Вот. А после ланча меня позвала Реми Брук. Для того, чтобы... подарить мне вещи в честь Fashion Week. Так что пойдем потом туда. А вечером у нас games. Даже у меня на башке вообще не понятно, что. Вечером у нас игры. Мы идем сегодня на хоккей, друзья. А после хоккея мы должны будем собрать чемодан. Или до хоккея. Вообще не знаю, когда точно, но в один из этих моментов нужно собрать чемодан. Потому что я улетаю, как вы знаете, завтра. И есть большая вероятность, что я вместо 8 вечера возьму утренний самолет. Какой-то, может быть, дневной или утренний. И мы наконец-то будем дома, друзья. Я думаю, вы соскучились по моему дому. Вы соскучились по моему мужу, по моему мирошке, картошке. Я лично очень за ними соскучилась. Так что день сегодня будет занятой, продуктивный и очень классный. А вы со мной. Мы супер в Магнии, да? Манджия. Манджа. С Надюхой. Надюха, расскажи, как тебе салат? Вкусно? Ям-ям-ям. Потом пойдем на вкусное кофе, которое я в прошлый раз пробовала. Я думаю, тебе понравится. Супер. Ям. Всем привет. А, ты записываешь? У меня в гостях Надюшка. Надюшка. Похотушка. Надюшка, хохотушка. Cheers. Cheers. Cheers, похотушка. Похотушка. Надежда. Дай, пожалуйста, совет молодым моделям. But this is just
Будьте с собой индивидуально. Главное отличаться и иметь свой стилёк. Угу. Не слушать никого. Точнее, слушать. А что насчет роста? Что насчет роста, веса и... Мне кажется, сейчас уже все изменилось. Если раньше все было, знаешь, у меня были какие-то стандарты, то сейчас иногда я... Ты видела Фенти? Фенти Риана? Конечно. Да. На Amazon Prime. Да. That's the trend. That's the trend. Мне кажется, что такое TikTok News, это, знаешь... Все ли за так? Хорошо. Тогда у меня это с Никитой главное. По-другому никак, я не могу нельзя поставить. Да, молодым девочкам. Главное индивидуально. Personality. Да. Ну что, друзья, я на главной улице Нью-Йорка. Главная фэшн-улица. И это у нас Реми Брук. Hi, how's it going? В общем, короче, можно выбрать все, что угодно, насколько я поняла. Посмотрите, как здесь красиво. Естественно, все это я уже мерила. Большинство из этой одежды просто выходит в новых цветах. Но у нее, на самом деле, очень красивые шмотки. Плюс они мне очень подходят. Идеально сидят на моей фигуре. Мне, кстати, очень нравятся эти джинсы. Они очень классные. Oh, this is cute. So me. Вот, и у них, короче, можно будет взять все, что мне понравится. Вот, кстати, is this leather? Yes, so it's wow, this is so cute. And it's so thin. So thin. Идем с секретного входа с моим агентом. Здесь обычно ходят игроки главные. Let's do it. Игра в полном разгаре. Бостон уже забил, но мы, естественно, болеем за Нью-Йорк Рейнджерс. Я, Бабище, агент. Ну и внутри, конечно же, тебе подают всеразличную еду. Здесь есть бар в каждой каюте. И посмотрите, здесь есть зарядки. Ну, пледы, огонь. Доброе утро. Еду я сейчас на кастинг. У меня сегодня один последний кастинг. Причем он должен был быть изначально в час дня. Но я сказала, что я поменяла билет. У меня изначально был куплен билет на 8 вечера. Но когда я узнала, что у меня в этот день ничего нет, я поменяла билет на час дня. И, конечно же, в самую последнюю секунду мне поставили кастинг. Я попросила, чтобы они посмотрели, если возможно, поменять его на утро. Вот сейчас время 9:30, я еду на этот кастинг, он в 10, и я уже вон с чемоданами, со всеми делами, и сразу в аэропорт. Едем домой, друзья. Но, скорее всего, ну не скорее всего, если я понравлюсь на кастинге, то мне придется вернуться в эту субботу. А сегодня четверг, нет, сегодня среда. Вот, так что... Поехали. Вот такой у меня, друзья, вкусный завтрак / обед. Я, как обычно, в бизнес-лаунже от American Express. Он очень классный, сходила на кастинг. Вроде бы все прошло хорошо, я, конечно, не очень знаю, но... Вот, так что позвонила мне уже моя букерша, сказала, что меня опять хотят Реми Брук на начало марта, which is great. Так что вот, люблю, целую, обнимаю и скоро увидимся.
Доброе утро! Сегодня мы, друзья, с вами в Акиве. Я наконец-то вернулась в Чикаго с моей женщиной. Женщина, передай привет. Привет всем! Расскажи, пожалуйста, тебе нравится работать? Мне очень нравится здесь работать, потому что это как школа такая макияжа, вторая, потому что здесь всегда... Очень много разного опыта. Да, много разных людей, моделей, кожи разные, то есть реально такой рост, прям, да, толчок прям в макияже. Я очень рада. Хоть не платят не очень много, но, по крайней мере, блин, это реально работает. Ну, стоит того, чтобы... Да. Это реально очень крутой опыт. Ребятушки, ребятушки. Плюс портфолио пополняешь. Да, да, конечно, мой инстаграм по-любому... Слушай, расскажи, как ты попала на Times Square. Да, я попала на Times Square. Короче, мне меня предлагают. Да, первую. Первую, да. И я такая, типа, по секрету, типа, мы будем на Times Square, только никому не говори. Я такая, вау, бич. Скрыть это, да. Она такая, конечно. А у меня еще было, типа, назначено, должна была трайл делать, пробный макияж невесте, и прикинь, я отказалась в этот день. Вау. Да, и я чувствовала... Нет, я просто отказалась, потому что это одна мне предлагала. Это не моя невеста. Я такая, fuck it, типа, не хочу. И мне она пишет, потому что я знаю, что я во вторнике работаю здесь. И это было, конечно, капец. Я даже не знала, что такое вообще может здесь быть. Девочка рада. Так что спасибо, Юля. А Юля-то за что спасибо? Юля на Times Square не была? Да не, на самом деле, я Машку сюда устроила работать давным-давно. Когда? Сколько уже прошло лет? Сколько здесь уже? 2 года? 19-го? 3-й. Ну, в 19-м ты пришла первый раз с Маккензи познакомиться. Ну, ты вот, я или ты нет? Я один раз работала. А, ты работала в итоге один раз? Да. Потому что у тебя роллинг начался уже после ковида же. Да, да, потому что поменялся менеджер. Да, стилист поменялся. Да. Ну, конечно, слушайте, я скажу вам так. Маша для этого бренда большая находка, потому что она большой профессионал, и она, в принципе, может выполнить любой макияж. И она очень чистая, у нее всегда все как бы on point, да, то есть у нее всегда чистая косметика, чистые кисти. И, конечно же, люди все это видят, да, эту качественную косметику, качественную работу. И поэтому он здесь так работает. Так что я сделала только малюсенький вклад в твою дальнейшую судьбу. Крошечный. Ты все остальное сделала сама. Так что вот. Давайте работать. Закончила работу, и у нас жесткий снегопад. Мирон, покажи, как ты снег ловишь ртом. Из-за ями. Идем домой. Сегодня будет паста. Так что будем кушать и бухать! Доброе утро. Сегодня, друзья, понедельник, выходной день. Сегодня день Вашингтона, президента, первого американского президента. Сегодня в честь него выходной, сегодня я работаю. Все отдыхают, я работаю, муж отдыхает, ребенок отдыхает, а я на работе. Сегодня я работаю полдня на bridal shoot. Вы знаете, я редко снимаю bridal, но вот предложили, я как бы не отказалась. Это местный чикагский салон. Честно говоря, у него очень сложное название. Постараюсь вам в течение дня поснимать, что мы будем делать. Я, честно говоря, без понятия. Думаю, что это будет классический e-commerce. Так что давайте поработаем. Возможно, мы сегодня поедем в баню вечером. Я бы не отказалась. Что, друзья, вот такое платье. Невеста. Кто невеста? Я невеста. Yeah, I think she wants a couch. Can I help you? Oh, we'll go here. You're okay. Okay, yeah. Okay, yeah. Okay. 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 Yeah.
Время у нас 10 утра. Я в масочке от La Mer. Эту маску мне подарил один из моих подписчиков в Москве. Вот так она выглядит. La Mer. Хорошая увлажняющая маска, никакого там бум-вау-бэ-вау эффекта она не делает, но классная маска. Также я только что делала маску для волос от корейского бренда Milbon. Вот в таком типике она была, это была моя последняя маска. Вы помните, у меня были еще шампуни, которые мне, кстати, тоже очень нравились. Я их покупала в Лос-Анджелесе, но это японская марка. Вот, также я сегодня принимала ванну с Epsom Salt. Обязательно принимайте ванну с Epsom Salt, если особенно вы занимаетесь спортом, да даже если не занимаетесь. Epsom Salt – один из самых полезных микроэлементов, который должен поступать через вашу кожу, ваш организм. Очень рекомендую. До этого я сделала другую маску, но я ее уже выкинула. Это была глиняная маска, не помню, как она называется, но она уже была такая старая, ей, наверное, было года 3, и от нее прям уже шел запах. Но я ее сделала, я лишь сижу в этой ванне, в этой маске, и понимаю, что я не могу дышать, и я ее выкинула, естественно. Вот, но никаких там аллергических реакций или ничего такого не происходило на моем лице, поэтому я не думаю, что она там сильно испортилась, просто вы знаете, что вот эти вот отдушки, подушки, запахи, которые они добавляют, они быстрее всего портятся, кстати. Но это не говорит о том, что продукт испортился. Косметики и так далее. Сегодня, на самом деле, у меня достаточно занятой день. У меня есть несколько задач. Задача номер один – сдать химчистку. Задача номер два – сходить в банк, получить специальное письмо. Задача номер три – сделать фотографию на паспорт. 7 марта, сегодня 23 февраля, я иду в паспорт agency, которое должно сделать мне паспорт за один день. Я купила фальшивый билет. Он не фальшивый, он настоящий, но я купила билет в Мексику на 8 марта, что якобы я лечу в Мексику, и мне срочно нужен американский паспорт. И это как бы способствует тому, чтобы получить паспорт за один день. Кстати, от этой маски щипит немножко лицо, от этого La Mer. Короче, поэтому мне нужно сделать фотографию на паспорт. Специально для этого я помыла голову, сделаю красивый макияж. И сегодня вечером я иду на тусовку с моими девочками, мы идем в гости к Оле, я, там будет Оля, я, Настя и Олина подружка Элина, Элина ее зовут, вот. Мы там будем кушать манты, детей мы оставляем с мужьями, все-таки сегодня 23 февраля, отец и ребенок, это лучший подарок, который любая жена может сделать своему мужу. Поэтому сейчас я полежу, немножко отойду, повпитаю эту масочку и буду целый день таскать вас с собой в мои классические чикагские будни и рассказывать, что происходит. Так что увидимся. Кстати, покажу вам одну посылочку. Мне Реми Брук прислал подарок. Все как обычно. Реми Брук, подарки, Юля. Так что сейчас я остыну и вам все покажу. Ну что, накрасилась, иду, короче, делать фотографию на паспорт. Так что потом идем на ланч с мужем, потом я иду в магазин, потом мне еще надо зайти в химчистку. Короче, куча дел, но на улице так холодно, надеюсь, что я не замерзну. Но увидим это скоро. Пока на дегуз, короче. Hello. Какая милота! Полицейские на конях. Чисто, блин. У них еще такие куртки специальные, смотрите. Для этих. Для коней. И пистолеты. Короче, блин, супер холодно сегодня, конечно. Я уже покушала с мужем. Я уже снесла Return Marshalls.
иду в химчистку, потом иду за фотографиями, и потом иду за бухлом. Сегодня будет пари. Ну все, пока.